Всем здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас будут котлетки с картошкой. Смесь мяса с картошкой. У меня 3 штуки. Картошка здесь почищена. Положим на поставить степать. Когда степит, будем пюре сделать картошка. Потом наша котлетки начнем. Утреннее мясо будет, а на вверх картошка у нас будет. Теперь нарезаем почищенную картошку. Не средний, хватит нам. Положим на кофе. Все, будем спать. Когда я сыпь, пюре наша картошка готова. Я заранее мясо жарила фарш, вот как есть, с луком и какой-нибудь, какой вы перец любите, положите и жарим. Да, готово. Теперь нашу картошку чуть-чуть посолим. Come to visit me, she said that she's the lonely us, and it's hard to open up. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up a smoke, smoking up. Make sure the children in the house is inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up. Come to visit me, she said that she's the lonely us, and it's hard to open up. Open you up like pop. Open up. Очень вкусный и легкий будет. Все, у нас готовится. У меня вареное яйцо, 4 штуки, сыр, моцарелла, сыр. Вот такие кусочки я сделала. Мясо жарено, 2 яйца. Здесь на взбитая мука, сухарик. Это наше пюре. Теперь начинаем будет сделать на наши котлетки. Что нам понадобится? Нам понадобится, естественно, пюре. Будем нажимать. Да. Я большого еще не сделаю через час. Нам не надо чересчур маленький и легкий. Все. Вот так шарик будем делать руками. Будем открывать серединку. Поломается, ничего страшного. Потом закройте. Теперь наше мясо положим. Закрывать. Обратно шарик. Вот так будем шарик делать. После этого мы положим на яйцо и на муку. Сначала все я сделаю шарик, все наше пюре, и потом я сделаю. Вот так шарик сделаем, теперь руками будем давить и открывать. Поломается у вас. Ничего страшного, обратно шарик будем сделать. Если у вас поломается полностью, обратно шарик будем делать. Вот так. Мы откроем серединку. Мясо положим. Fresh.
сыр положим и закрываем. И будем шарик сделать. Как хорошо. Нам нужно вот так сделать все. Сейчас я Smoking up, make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate, exfoliate, the renegotiate. She's closing up, come to visit me, she say that she the loneliest, and it's hard to open up. Open you up like a puffball, open up, tell you how far, far, far. Let your most open up. Вот так. Все наше. Картошка будет жарить. Масло горячее стало, я положу масло. Теперь на муку. Как котлетки. На муку сделаем. Яйцо. Яйцо положим. Когда поймай яйцо, да, ваша рука чуть-чуть грязь не будет, ничего страшного. Первый у нас закончился, второй. Наши котлетки будем сделать тоже так же. Сначала нам мука, потом яйцо, взбитое яйцо. Масло горячее, наши котлетки готовы. Теперь положим по одну штуку вот так на масло и будем жарить. Закрасим чуть-чуть. Все будем делать вот так. У нас суп тоже готовый, скипит уже. Картошку положим. If you open and you're going to be in the process of getting it.
Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, fat and broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's pushing up, come to visit me. She said that she the loneliest, and it's hard to open up. Open you up like open up. Tell you how far, far, far. Let your emotion walk, fall open. Когда искрипит, готовое будет чуть-чуть. Потом картошка из мяса положим. Легкий супчик на ужин. После вектора очень хорошо. Они добавляют чего? Только зелень. Все, у нас закончилось. Картошка, мясо и морковка. Все. Open up. Только зелень. Все, у нас готово. Здесь лапшу положила, вот такие. У нас готов суп. Request my chariot to get ya. The door's open. Take the high road and hop in. You open. Bitch, you won't be in. We should be closing in. If you open, engaging on my agenda. The door's open. Take the high road and hop in. Open up. Open up. Open up, open up, open up, open up. Давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал, нажмите колокольчик, новые видео приходят вам. Вот такие вкусные получите. Ну, давайте, не забудьте нажмите колокольчик. Давайте всем до свидания. Пока-пока.